Сейчас свои предложения в поправки вносит каждая партия. Так, ключевые идеи справедливороссов должны сделать Конституцию более социальной. К примеру, они предлагают повысить МРОТ до прожиточного минимума и позаботиться о работающих пенсионерах. Чтобы индексация пенсий была не только для неработающих, но и для работающих пенсионеров. И чтобы она была каждый год. Мы хотим внести поправку о Центральном банке, чтобы Центральный банк не только, значит, во-первых, подчинить его госорганам Российской Федерации, во-вторых, чтобы он не только отслеживал, значит, устойчивость рубля, значит, а чтобы он отвечал и за экономический рост в стране. Еще одно важное предложение – отмена пенсионной реформы. Но внесут ли его в общий список, решит Госдума. Она голосует первой. Кстати, Александр Терентьев полагает, что выборы в федеральный парламент состоятся в этом году, но уже после поправок в Конституцию. Поэтому шутит, что готов назвать избирателям всех противников возвращения прежнего пенсионного возраста, чтобы новая Дума действительно отвечала запросам россиян.